Внуку на день рождения в школе подарили вот такие пазлы, внедорожник. 500 деталей, но они, наверное, такие мелкие. Сейчас посмотрим, сколько их там много. Вот сколько они такие мелкие. Ну, сейчас начнет собирать, будет стараться. Ну что, Матюш, нравится тебе собирать? Конечно, ты же меня приучила. Ну, конечно, ты самого маленького. Когда малюшка был, я тебя учила собирать большие пазлы, а потом и маленькие. Ну, давай, Матюш, приступать будем. Оказалось, эта картина не маленькая, 34 на 46 сантиметров. Вот смотрите, какой. Вот мы положили вот такую досточку, чтобы было удобнее нам собирать. И вот в процессе уже внук вот уже собрал, вот уже собирается. Какая у нас картинка получается. Вот он уже колеса видны, сама машина. Так, наши пазлы собраны. Они у нас лежат вот на такой досточке. И нам нужно их перевернуть. У меня есть такая же досточка. Мы ее сейчас покроем наверх. Мы эту досточку кладем наверх. Так вот. И мы сейчас перевернем. Нам нужно так перевернуть аккуратно, чтобы или же быстро. Все, вот она прекрасно перевернулась. У нас ничего не нарушилось, все прекрасно. Берем маленький скотч, ножницы нам понадобятся. Нужно обязательно аккуратненько надо нам склеивать. Так, первую мы нанесем. К сожалению, маленький кончился. Будем большим. И поперек обязательно нужно нам, чтобы закрепить получше. Так мы сделаем. Ну а теперь, когда мы склеили, мы свободно можем отрывать. Чтобы удобнее было снимать эту пленочку, я беру вот такой вот шпателечек, поддеваю. Видите, как она прекрасно поднимается. Осталась одна сторона. О, вот смотрите, как хорошо и прекрасно. Мы ее перевернули. Вот она. Картина. Сейчас обрежем. Это все лишнее обрежем, которое здесь не нужно. Вот такая у нас будет рамочка из дерева сделанная. Посмотрим, может потом покрасим, а может быть внуку и так понравится вот такую рамочку. Так будет смотреться. Пазлы наши готовы. Вот так вот рамочки, ну, смотрится.